этой Конституции много поправок, но основные – это увеличиваются полномочия Государственной Думы, Российской Федерации, Совета Федерации. А что такое Государственная Дума? Это мнение народа, то есть их народ выбрал, и, соответственно, они выражают мнение народа. И, соответственно, без там, мнения народа не будет поставлен ни председатель правительства, ни его заместители, основные министры. Без Совета Федерации министр обороны не может быть назначен, и другие министры. И это говорит о том, что мы приходим более к демократическому обществу. Также хочется отметить, и в Конституции вот дополнительно появилось, что республики, у нас государственный язык русский, но республики имеют право сделать дополнительный второй государственный язык, зависит от того, какая нация проживает в этом в этой республике. Мы, у нас тоже два государственных языка, но Конституция еще больше закрепляет этот закон. Это возможность сохранить нацию.